На международной выставке потребительской электроники CES Mercedes-Benz представил автономный концепт Vision AVTR. Необычный проект вдохновлен симбиотическими отношениями героев фильма «Аватар», поэтому кузов и интерьер концепта напоминают жилище обитателей планеты Пандора из киноленты Джеймса Кэмерона. В задней части кузова установлены закрылки, которые открываются и закрываются автоматически. Пульсирующая подсветка вокруг этих чешуек создает впечатление живого дышащего организма. Большая часть интерьера выполнена из натуральных материалов вторичной переработки. А главным приоритетом интерьерщиков была долговечность салона. Поэтому сиденья отделаны сверхпрочной микрофиброй, которая не должна изнашиваться на протяжении всего срока службы автомобиля. Напольное покрытие изготовлено из каруна, быстрорастущего ротанга из Индонезии. Управление различными системами происходит при помощи жестов, но чтобы задать направление движения, на центральной панели установлен био-джойстик. Приставка «био» означает, что контроллер способен считывать пульс пилота и подстраивать подсветку и музыку под состояние человека. Силовая установка чисто электрическая, притом органические аккумуляторы не содержат редкоземельных материалов. Считается, что производство и утилизация таких батарей меньше вредит окружающей среде. А еще Vision AVTR может похвастаться полноуправляемым шасси. То есть седан может двигаться не только вперед, но и вбок под углом 30 градусов. Напоследок отметим, что эффектная новинка не претендует на статус серийной модели, но намекает на технологии и дизайн, которые немецкая марка наверняка будет использовать в будущем.